Всем привет! Сегодня я играю в игру под названием Roblox и в режим под названием Plane Crazy. И сегодня я вам покажу обзор на все мои три самолета. То есть вот такой вот Boeing, VIP-самолет и истребитель. Ну что ж, ребят, погнали! Так, первое, на что мы посмотрим, то у него прикольная раскраска, и он сам по себе красивый, да? Ну, для меня. И давайте я вам покажу, как же он летает и как же он ездит. Так, мы становимся вот так вот, отъезжаем. Становимся, чтобы поехать. Так вот становимся. И едем назад. Немножко. Едем назад, едем назад. И сейчас быстро газуем. Смотрите. Отъезжаем до краю прям. Давайте сейчас будет обзорчик на VIP-самолет. Мне он тоже очень нравится, потому что он не так взлетает, как наш Боинг. Но если вон оттуда вот взлетать, то тогда все норм. Я специально добавил вот такую штуку, это если ко мне кто-то сядет, то подпугнуть. Типа, пацаны в основном дубы смотрят. Вот так вот подпугнуть, типа, и мы как будто падаем. Давайте даже отсюда нормально будем, начнем. И сейчас опять же назад будем сдавать. Или нет, зачем назад? Вон и так взлетит. Смотрите. Просто оп, взлетает. Мы можем вроде бы даже и вот так улететь. Ой, цветуху делаю на VIP-самолете, ребят. Так, давайте вот так полетим сейчас. Давайте сейчас кружочек пролетим. И сядем. Так. Или давайте уже без кругов, потому что видео слишком затянется. Вот так вот сразу, хопа. И давайте сейчас самое мое последнее. Это истребитель. Он мне тоже сам по себе очень нравится. Почти вертикально. Сейчас только надо немножко туда прыгнуть. Опа, 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 опа. И газуем. Смотрите, как он поворачивает, ребят. Сейчас легко сделаем бочку. Опа. Почти бочку. Кривую какую-то бочку. Так. Мне он сам по себе нравится. Ребят, я же вам не показал салон в Боинге. Как же я так мог? Там еще есть такая функция, что там стоят камеры по всему самолету. Ну, почти по всему. Есть камера в кабине пилота и на сам салон. Смотрите, вот в салоне камера и вот в кабине пилота камера. Вот. Ну, давайте я сейчас вылезу. Опа. Ай, блин. Опа, и сейчас вам покажу. Смотрите. Нубы не поймут, что здесь надо боком проходить. Они будут прямо проходить и не смогут. Я специально такую штуку сделал. Потом у нас есть кнопка, которая открывает сразу же все эти штучки. Полочки.
Потом здесь двери стоят. Ай, блин. Вот здесь двери стоят. Тоже, которые открываются на одну кнопочку. Потом здесь вот комната стюардессы, здесь холодильник, здесь тарелка, стол, место. И вот здесь вот стул. Жаль, что сейчас никто не сможет зайти сюда. И как бы я просто хотел, ну, из бро. И я просто бы хотел посидеть вот так вот здесь, посмотреть в окошко. Потом, когда мы сядем, вот так вот вылезти, забрать там свои типа вещи и выйти с самолета. Эх, ну ладно, ребят, всем пока, с вами был Себа, не забудьте ставить лайки, подписываться на мой канал и всем бай-бай, ребят.